Укаешься? Отлично. Нормально. Куришь? Я взвотил. Əsir alınmış iki işğalçı Rus ordusunun mənsubunun Ukraynalı hərbiçilər tərəfindən sorğu-sual edilməsinin görüntüləri yayınlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Откуда ты родом? Родом я сам из Крымского края, Городчасовой. Сколько тебе лет? 20. Ты срочный контракт? Контракт подписал в октябре, а служу с октября. Ну, то есть у меня год практически прошел будет. Нормально. Ваня, еще нужно? Да. Давал я тебе продукт? Мы же перебитовали. А ночью, когда, ну, ближе к вечеру, когда мы стреляли, даже перебитовать не было, потому что мы не уходили дальше. Ты курил в какой? В каком подразделении ты служишь? Служу. Служу 59-й, что вам ваши замполиты вообще рассказывают? Да они не рассказывают, они вам, блядь, ни хрен делают. Ну а какая вообще моральная установка в подразделении? О чем солдаты говорят? Захотелся. Чего не съебываете? Отказывались, приехали вышестоящие начальники, объяснили то, что посадят и отправили опять на передок. А чего не сдаетесь тогда? Страшно? Обещают, ну как рассказывают, то, что... Ужасы всякие, короче. У вас же пока ничего вам плохого не сделали, только помощь оказали. Помощь оказали, так точно.